Приветствуем всех, дорогие друзья! С праздником! Сегодня мы узнали, что в возрасте 81 года скончался актер театра и кино Сергей Дрейден. Об этом сообщили в пресс-службе Большого драматического театра имени Толстонокова, где Дрейден выходил на сцену в качестве приглашенного артиста. Актер родился в сентябре 41 года в Новосибирске. Его родители были эвакуированы туда из Ленинграда. В 1962 году Дрейден окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В дальнейшем сотрудничал с театром эстрады имени Аркадия Райкина, театром комедии имени Акимова, в театре на Литейном, МХТ имени Чехова, театром юного зрителя имени Брянцева и другими театрами. На счету мастера две национальные театральные премии «Золотая маска» за 2000 и 2001 годы, три театральные премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» 98 года, 11 и 12 годов и кинопремия «Ника» 2010 года. В 2021 году ему также была присвоена премия за многолетнее служение профессии и вклад в театральное искусство Санкт-Петербурга. В кино Дрейден запомнился зрителям по главным ролям в фильмах «Окно в Париж» и «Русский ковчег». Всего фильмография актера насчитывается около 60 работ. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким.